Поддержка развития альтернативного животноводства в малых хозяйствах проводится в рамках региональной программы предотвращения заноса и распространения африканской чумы свиней на территории Тверской области с 2013 по 2017 год. На ее реализацию с федерального бюджета выделено почти 12 миллионов рублей. Поддержка предполагает компенсацию 24% фактических затрат на приобретение крупного мелкого рогатого скота птицы. Основное условие предоставления средств – отказ от содержания и разведения свиней в течение 3 лет с момента получения государственной поддержки. Право на получение субсидий имеют индивидуальные предприниматели, занимающиеся сельскохозяйственным производством, фермерские хозяйства и граждане, ведущие личное подсобное хозяйство. Лица, которые являются сельскохозяйственными товаропроизводителями, стоящими на учете в налоговых органах и осуществляющие свою деятельность на территории Тверской области.